Данное видео предоставлено сайтом онлайн gdz.net. Юнит 1, секция 2, упражнение 30. Read and complete the text. Put the verbs into the present perfect or the past simple. Прочитайте и закончите текст. Поставьте глаголу форму настоящего завершенного или простого прошедшего времени. Окей. Будем читать предложения, переводить, и если есть пропуски, вставлять глаголы в нужном времени и объяснять, почему мы сделали такой выбор. Окей, let's go. Никита Смирнов is a member of the Explorers Club. Никита Смирнов – член клуба исследователей. He is only 12 years old, but he has already taken part in several expeditions. Окей, время мы выбрали present perfect, так как мы подчеркиваем действия, которые уже произошли в прошлом, но результат налицо и связан с настоящими событиями. Переведем. Ему только 12 лет, но он уже принял участие в нескольких экспедициях. Сигнал времени present perfect, слово already, уже. Читаем дальше. He, дальше глагол start, мы будем почти все последующие глаголы брать в past simple, так как мы подчеркнули, что действие было в прошлом, он принял участие в нескольких экспедициях уже, да, а дальше мы просто некоторые моменты подчеркнем. Нам уже не обязательно использовать время present perfect, а воспользуемся обычным временем past simple, простым настоящим. Окей, получается. He started traveling with his parents when he was only 2 years old. Он начал путешествовать со своими родителями, когда ему было всего лишь 2 года. Last summer Nikita went to an international eco camp in the Altai region. Прошлым летом Никита ездил в межнациональный экологический лагерь, который находится в Алтайском регионе. Together with teenagers from different countries, he enjoyed the beauty of nature. Опять же, время обычное past simple. Вместе с тинейджерами, подростками из различных стран, он наслаждался красотой природы. They went hiking in the mountains, swam in lakes with crystal clean water, made fires in the evening and spoke English. Ходили в горы, плавали в озерах с кристально чистой водой, разводили костры вечерами и говорили по-английски. They also planted trees and cleaned the area. Они также садили деревья и убирали территорию. Окей, следующий абзац. Никита visited some other countries. Опять же, как констатация факта. Никита посетил некоторые другие страны. He has been to Finland recently, but he has not been to Australia yet. Здесь, несомненно, время present perfect, потому что мы подчеркнули действие, которое произошло, либо не произошло в прошлом, но результат налицо и связан с настоящими событиями. А также используются сигналы recently и yet. Он побывал в Финляндии недавно, но он еще не посетил Австралию. Окей, последние два предложения. Ничего вставлять не нужно, прочитаем, переведем. He hopes to go there one day. Он надеется поехать туда однажды. What country would you like to visit? Какую страну хотел бы посетить ты? Well, я выведу перевод всего текста, чтобы было визуально удобно. И подчеркну еще раз тот момент, что
время present perfect используется, когда мы говорим о событиях в прошлом, которые произошли либо не произошли, результат виден налицо и связан с настоящими событиями. Past simple. Просто мы подчеркиваем какие-то отдельные факты, которые произошли в прошлом и не имеют связи с настоящим, оторваны от настоящего. Окей, если вы хотите смотреть больше видео, подписывайтесь на наш канал на YouTube и группу в социальных сетях.